Здравствуй, дорогой друг, уважаемый саунд-продюсер, уважаемый коллега. На связи Сергей Маринкин. И сразу, что я хочу сказать, это хочу дать предупреждение, которое я даю в каждом ролике, в каждом вступительном ролике, к каждому разделу. Что я хочу сказать, что если вы открыли данный раздел первым, пожалуйста, не тратьте время. Идите сразу на первый раздел, потом пройдите второй, потом третий. И вот сейчас, вот в четвертом, мы тогда с вами увидимся, и вам будет гораздо проще здесь все делать. То есть, гораздо-гораздо проще. Вот. Если вы уже все сделали, и все из предыдущих разделов, если вы уже прокачались основательно, давайте с вами тогда займемся дабстепом. Вообще, что это за стиль? То есть, это стиль, который совсем недавно появился в Лондоне. То есть, он появился в Англии. Вот, его сделали диджеи. Это очень такой брутальный, агрессивный стиль. Он очень электронный. Вот, его сначала не принимали, вот, но потом он стал пробиваться, его стали смешивать с танцевальной музыкой, и когда он туда стал внедряться, там вдруг он стал завоевывать весь мир, вот, и сейчас это продолжается, то есть сейчас дабстеп очень сильно набирает обороты, я считаю, что он обязательно должен был быть в данном курсе, поэтому сейчас давайте с вами перейдем к урокам, как сделать дабстеп, как сделать его круто, качественно, при этом просто. Вот давайте сейчас переходим в компьютер. Поехали.